Здравствуйте еще раз. Давайте начнем самостоятельно. Сейчас я сгенерирую номера вариантов. Вот, пожалуйста, номера вариантов сгенерированы. Сами варианты на вашей почте, как всегда. Пожалуйста, выполняем. Удачи. Да, еще скажу, плюс 5 минут сегодня. То есть 16:40 ограничение, а не 16:35.
Можно вопрос? Да, слушаю. Этот интеграл, он, в общем, очень сложный получается. Можно ли Может быть, как-нибудь? нет, это же сложно, не может быть.
Начинаем семинар. Итак, сегодняшняя тема – несобственный кратный интеграл. Первая задача. Исследовать интеграл на сходимость. Интеграл тройной по множеству d, dx, dy, dz, разделить на единица минус x квадрат минус y квадрат минус z квадрат в степени p, где множество d – это круг x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат, шар, точнее говоря, да, в пространстве, меньше единицы. А p – это положительное число. Значит, при каких значениях p интеграл сходится, при каких значениях p интеграл расходится. Интеграл берется, сейчас отвечаю на вопрос Лукаса, по частям, один раз по частям и готово. Так, чтобы исследовать этот интеграл, давайте посмотрим какое-нибудь исчерпание множества d. Дело в том, что, как мы помним, при исследовании интеграла от положительной функции неважно, какое конкретно исчерпание рассматривать. Ну, например, возьмем такое. Значит, в чем у нас здесь вообще проблема? Проблема в том, что знаменатель обращается в ноль. Да? Знаменатель обращается в ноль на границе шара. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы до границы шара не доходить. То есть пусть множество dn будет такое. X квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Ну, скажем, меньше либо равно, чем единица минус единица на n, и все это в квадрате, да, вот, чтобы нам удобнее было корень потом извлечь. Поскольку поведение предела от интегралов не зависит от того, какое именно исчерпание мы рассматриваем, значит, в случае положительной функции, то мы здесь можем написать, что наш несобственный интеграл равен пределу при n, стремящемся к бесконечности, интегралов по вот этим шарикам, dn, от той же самой подинтегральной функции. Давайте я ее перепишу. Поскольку подинтегральная функция обладает центральной симметрией, ну и, собственно, сама область, шар симметрична, да, относительно начала координат, то понятно, что удобно вычислить этот интеграл, перейдя к сферическим координатам. Итак, давайте перейдем к сферическим координатам. Пусть x равно r синус тета косинус фи, y равно r синус тета синус фи, и z равно r косинус тета. При этом наше множество dn будет соответствовать некоторому множеству gn в полярных координатах. Сейчас мы про него подробнее напишем. Давайте прямо сейчас напишем. Значит, gn, оно каким образом будет задаваться? Ну, понятно, что θ и φ пробегают все значения углов. Значит, θ
пробегает значение от 0 до π, все значения, которые он может пробежать, да, но можно даже включая концы, это не принципиальный момент. То есть мы можем, мы ось выкалываем, потому что на ней сферическая система координат имеет особенность. Но можно ее и включить, то есть с точки зрения интеграла это не важно. Φ пробегает значение от 0 до 2π. И радиус r, расстояние, пробегает значение от 0, центр сферы, центр шара, до единицы минус единицы на n, граница, да, множество dn-ного. Ну, а теперь давайте запишем этот интеграл в сферических координатах. Значит, равно, сюда перейду, предел, тройной интеграл по множеству gn-ному. Здесь вместо dx, dy, dz я должен написать r квадрат синус тета dr dφ dθ разделить, а в знаменателе получится единица минус r квадрат в степени p. Теперь давайте преобразуем его к повторному интегралу. Значит, запишем, что это, ну, предел остается. Интеграл, ну пусть будет снаружи по r, значит, dr от 0 до 1 минус 1 на n, получается r квадрат dr разделить на 1 минус r квадрат в степени p. А от интеграла по тета, допустим, значит, у нас здесь будет просто синус тета dθ от 0 до π. И от интеграла по углу φ в пределах от 0 до 2π. Вот. Ну, а теперь давайте вычислять. От угла φ тут ничего не зависит, получится просто множитель 2π. Это просто будет 2π. От угла тета, по углу тета интегрируем, получаем минус косинус тета. Ну, давайте напишем. Значит, вот интеграл dr, собственно, самое важное, куда переместилась вся сложность. А вот эти интегралы, они сразу вычисляются, да? То есть интеграл синуса – это минус косинус тета в подстановке от 0 до π. Ну, а последний интеграл – это просто множитель 2π. Минус косинус тета в подстановке от 0 до π даст нам множитель 2 еще. То есть итого у нас получится 4π. Ну и останется вычислить вот этот вот предел. То есть остался у нас обычный одномерный несобственный интеграл. Да? От 0 до 1 вот от такой функции. Ну, давайте вспомним все, что с этим связано. Итак, вот интеграл от 0 до 1 r квадрат dr разделить на 1 минус r квадрат в степени p. Вот такой у нас получился несобственный интеграл, а одномерный, обычный. Давайте посмотрим, как выглядит наша функция подинтегральная при r, стремящемся к 1. То есть в той точке, где у нас проблема, да, в проблемной точке. При r, стремящемся к единице, мы можем написать, что r квадрат на единице минус r квадрат в степени p равно r квадрат на единице минус r в степени p на единице плюс r в степени p. То есть наша подинтегральная функция выглядит как, ну, число c какое-то, да, делить на единице минус r в степени p. Следовательно, интеграл сходится при p, принадлежащем, ну, по условию у нас p от 0, значит, при p, принадлежащем от 0 до 1, значит, если p меньше 1, если показатель степени меньше 1, сходится такой интеграл. И расходится, соответственно, при всех остальных значениях p. То есть при p больше либо равном 1, или при p меньше либо равном 0, но мы такие случаи не рассматриваем. Вот, это и будет итогом. То есть интеграл сходится при p от 0 до 1. Ответ. А почему? Почему это будет окончательный ответ?
Потому что, как я уже сказал, несобственный интеграл от положительной функции не зависит от того, по какому исчерпанию мы его вычисляем. То есть вот по такому исчерпанию мы получили ответ, что при таких p он будет сходиться, то есть будет равен числу, а при таких p он будет расходиться, то есть будет равен бесконечности. Но значение интеграла от неотрицательной функции не зависит от исчерпания. Поэтому какое бы мы исчерпание ни взяли, мы при этих значениях p будем получать те же самые результаты. Вот, поэтому этот результат справедлив для нашего исходного интеграла вне зависимости от того, какое конкретно мы берем исчерпание множества d. То есть вне зависимости от того, как взять вот эти dn. Так, вопросы есть по этой задаче? Спрашивайте, что не есть. Да, почему у нас границы такие от 0 до π, от 0 до 2π? Понятно, в принципе, почему r от 0 до... Это сферические координаты, Демид. А, ну хорошо. А, ну, r-то почему такой? А, поскольку все понял, я же. Да. И вопрос тогда на следующий. Там у нас разве когда мы... Следующий можно? Угу. Там у нас 1 минус r квадрат в степени π, и мы делим это на 1 минус r и 1 плюс r. Почему у нас p остается, не p на 2? Ну как, почему? Потому что у нас... Единица минус r квадрат – это произведение единицы минус r на единицы плюс r. А ну да. Что а, все понял. Да, точно. Да? Это я затупил. Хорошо. Так, значит, номер следующий. Вот такой давайте тройной интеграл рассмотрим. Тройной интеграл по всему пространству. Числители синус от x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. В знаменателе x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Z квадрат в степени p. dx, dy, dz. Тот же самый вопрос. Значит, p больше нуля. Вопрос, при каких значениях p будет сходиться этот несобственный интеграл. Ну, во-первых, давайте заметим, что в данном случае у нас функция знакопеременная из-за синуса. Поэтому мы сразу можем сказать, что этот интеграл будет вести себя так же, как несобственный интеграл по всему пространству от модуля. То есть мы помним, что для несобственного интеграла кратного отсутствует понятие условной сходимости. То есть, если несобственный кратный интеграл сходится, то он сходится абсолютно. Поэтому сходимость исходного интеграла от знака переменной функции равносильна сходимости интеграла от ее модуля. Теперь давайте придумаем, какое нам брать исчерпание нашего множества. Ну, оно у нас d, но в данном случае оно просто r в кубе. r3. Все пространство. Во-первых, понятно, что множество не ограничено. Поэтому множество dn я должен взять так, чтобы оно было ограниченным. И во-вторых, у нас есть проблема в знаменателе. Да? У нас знаменатель обратится в ноль в начале координат. Поэтому мы должны отступить от начала координат. А дальше, какое конкретно брать исчерпание, привязано к вопросу о том, как мы будем вычислять этот интеграл. Понятно, что мы его будем вычислять опять с помощью сферических координат. Видите, у нас опять красивая симметрия. Поэтому удобно брать dn как шаровой слой. То есть мы отступим от начала координат, рассмотрим сферу маленького радиуса, и рассмотрим сферу большого радиуса, до которой мы будем идти. Вот шаровой слой, да, то есть от маленькой сферы до большой сферы. То есть в первую очередь мы определяем, в каких координатах будет проводиться интегрирование. То есть если бы мы здесь не переходили к
сферическим координатам, то в качестве dn удобнее было бы взять кубик, понимаете? Кубик. И постепенно его расширять, да? Ну, и в окрестности начала координат вырезать кубик. Вот. Ну, а в данном случае, поскольку мы его вычислим, переходя к сферическим координатам, то нужно брать соответствующую форму области, удобную с точки зрения координат. Значит, x равно, ну, опять, сферические координаты, значит, r синус θ косинус φ, y равно r косинус θ синус φ, z равно r синус θ. Затем область dn будет устроена так. Значит, мы отступаем от начала координат и ограничиваем сверху изменение радиуса. То есть вот эта величина, да, которая есть квадрат радиуса, она будет с одной стороны больше либо равно, чем, скажем, единица на n квадрат. Да? Неважно, что здесь взять. Главное, что-то неравное нулю, но стремящееся к нулю. И здесь тоже неважно, что взять. Главное, чтобы эта величина была не равна нулю и не равна бесконечности, да, но в данном случае это глупо звучит, стремилась к бесконечности монотонно. Так. Ну и подставив нашу замену в интеграл, давайте в общем подставим. Значит, равно. Тройной интеграл, так, я забыл написать предел, то есть равно пределу по исчерпаниям, тройной интеграл по множеству dn, да, от всего этого выражения, равно, переходим теперь к сферическим координатам, это будет предел по тройному интегралу по области gn, в пространстве сферических координат, то есть gn будет выглядеть так. Это r принадлежит, получается, от единицы на n до n. Theta принадлежит, опять же, от нуля до π. То есть по углам мы проходим всю сферу. То есть полный телесный угол, как говорят. Φ принадлежит от нуля до 2π. В школьной геометрии сейчас рассказывают про телесный угол. Было у вас понятие телесного угла? Понятно. Телесный угол – это площадь… А, в физике было. Это площадь соответствующего множества на единичной сфере. А, значит, здесь получается синус r квадрат в знаменателе r в степени 2π. И dx, dy, dz – это r квадрат синус тета dr, dтета, dφ. Ну и теперь перейдем к повторному интегралу. То есть запишем наш интеграл в следующем виде, как снаружи пусть будет интеграл по r от единицы на n до n. Модуль синуса r квадрат разделить на r в степени 2p получается минус 2 dr. Далее пусть будет интеграл по углу θ, синус θ dθ от 0 до π. И, наконец, внутренний интеграл по углу φ от 0 до 2π. Посмотрите, получается, что мы здесь интегрируем по полному телесному углу. То есть у нас обе угловые координаты пробегают все свои возможные значения. То есть геометрически это означает, что мы проходим всю сферу. Да? Проходим всю сферу. То есть вот этот вот множитель, да, вот он будет равен площади единичной сферы. То есть это интеграл по полному телесному углу. Но мы уже его один раз считали, правда, в предыдущем примере. Там тоже у нас получалось здесь 2π, а здесь 2. Да, то есть в итоге получается 4π. Площадь единичной сферы. То есть это полный телесный угол. Вот получается произведение таких интегралов. Это полный телесный угол. То есть он будет равен 4π, так же как в предыдущем примере.
А вот, собственно, в этом интеграле кроется как раз весь вопрос в этой задаче. Да? Нужно его посчитать, ну, а точнее говоря, оценить, потому что посчитать мы его не сможем. Значит, я напишу равно, ну, наверное, перенесу на новый слайд, да, все равно здесь уже места нету больше. То есть 4π можно вынести за знак интеграла и даже за знак предела. Предел интеграл, но при n стремящемся к бесконечности, интеграл от единицы на n до n. Значит, там у нас было в числителе синус от r квадрат, в знаменателе r в степени 2p минус 2 dr. Ну а теперь фактически получается что? Мы должны исследовать несобственный интеграл вот такой. Да? У нас получился вот такой несобственный интеграл, обычный, да, одномерный. От нуля до плюс бесконечности синус r квадрат разделить на r в степени 2p минус 2 dr. Как такой интеграл исследовать? Ну давайте я не буду все-таки переиначивать то, что у нас уже есть. Да? Давайте пусть останутся пределы, какие есть. Вот. Как исследовать такой интеграл на сходимость? Значит, ну, первое, что напрашивается сделать, скажем, сделать замену переменной, да? Давайте сделаем замену переменной. То есть возьмем r квадрат за новую переменную. Пусть r квадрат равно t. Тогда для переменной t мне нужен множитель 2r, да, чтобы здесь под дифференциалом было dt. Поэтому я умножу на 2t и разделю на 2t, значит, 1/2 я вынесу сюда. А здесь у меня получится синус t, dt, и в знаменателе, значит, будет r в степени 2p минус 1, потому что я одно r компенсирую, в знаменатель добавляю, да, то есть я умножаю на r и делю на r. То есть итого получится в знаменателе r в степени 2p минус 1. Ну, интеграл в пределах единицы на корень из n до корня из n, поскольку t равно корень из r. Так, еще одну вещь, которую вы мне забыли сказать, и я тоже ее забыл. Смотрите, у меня же не синус, а модуль синуса. И это важно. Вот, то есть у меня модуль функции. А почему модуль ставим? Напомнить можете? Так смотрите, у нас с самого начала он есть. Смотрите, вот во втором... Не, ну почему мы у синуса модуль ставили? А вот смотрите, вот почему. Потому что для несобственного кратного интеграла сходимость интеграла от функции равносильна сходимости интеграла от ее модуля. Ну а поскольку, в принципе, положительные функции легче исследовать, чем знакопеременные, правильно? То мы этим сразу же пользуемся и пишем вместо интеграла от функции сходный интеграл от ее модуля. Исследуем уже интеграл от положительной, ну, не отрицательной функции. Так. Вот такой у нас получился интеграл по переменной t, но здесь еще нужно доделать до конца нашу замену, потому что я еще не до конца сделал замену на t. То есть вот еще раз, 1/2 интеграл единицы на корень из n, модуль синуса t разделить на t в степени 2p минус 1 пополам. Вот так получается, да, dt. Ну а теперь давайте исследуем этот интеграл на сходимость, используя те факты, которые вы знаете с первого курса, из теории обычных несобственных интегралов одномерных. У нас есть две особенности, да, при t, стремящемся к нулю, и при t, стремящемся к бесконечности. Ну, давайте сначала рассмотрим, пусть t стремится к нулю. Значит, что у нас при t, стремящемся к нулю? При t, стремящемся к нулю, наша функция ведет себя как t, ну, точнее, модуль t, но это не принципиально. Вот, то есть, получается, я на t могу сократить и записать 1 разделить на t в степени 2p минус 3 пополам, да? 2p минус 3 пополам. То есть получается, что этот интеграл будет сходиться, если
интеграл сходится, если показатель степени 2p минус 3 пополам принадлежит промежутку от 0 до 1. И расходится при остальных значениях p. Ну, то есть, поскольку эти бесконечно малые эквивалентны, да, то понятно, что будет так. Теперь, что произойдет при t, стремящемся к бесконечности? Давайте я, наверное, на отдельный слайд это перенесу, потому что там будет больше проблем. Рассмотрим теперь случай t, стремящийся к бесконечности. При t, стремящемся к бесконечности, про модуль синуса мы ничего определенного сказать не можем. Да? Он бегает от минус 1 до 1, точнее модуль уже от 0 до 1. Можем лишь сказать, что он меньше либо равен единице. Вот давайте мы этим и воспользуемся. То есть воспользуемся мажорантным признаком. То есть можем сказать, что наша функция меньше либо равна, чем единица разделить на t в степени 2p минус 1 пополам. Вот. Следовательно, сходится при 2p минус 1 пополам больше единицы. Поскольку у нас t стремится к бесконечности, да, там другое условие сходимости несобственного интеграла. Показатель степени в знаменателе должен быть больше единицы. А вот когда расходится, мы сразу сказать не можем, потому что мы же сейчас использовали мажорантный признак. Это только достаточные условия сходимости. Давайте напишем по мажорантному признаку. То есть на расходимость мы вынуждены исследовать нашу функцию отдельно. Ну, наш интеграл, точнее говоря, исследовать на расходимость отдельно. Вот. Для этого давайте сделаем вот что. Заметим, что мы тем же самым приемом пользовались при исследовании рядов. Я просто не знаю, был ли у вас подобный пример, когда вы изучали интегралы. Вот. Заметим вот что. Что это выражение будет больше либо равно. Значит, я могу вместо модуля синуса написать квадрат синуса. Понятно, что при этом оно лишь уменьшится, да, вообще говоря, не увеличится. А теперь я квадрат синуса выражу по формуле понижения степени через косинус двойного угла. И у меня получится равно 1 вторая разделить на t в степени 2p минус 1 пополам минус 1 вторая косинус 2t разделить на t в степени 2p минус 1 пополам. И я знаю по признаку Дирихле, да, признак Дирихле у нас там есть такой, но полной аналогии с тем, что в интегралах. По признаку Дирихле вот этот интеграл, ну, интеграл от этой функции будет сходиться при показателе степени большем нуля. А интеграл вот от этой функции, по аналогии с предыдущим, будет расходиться, нам теперь важно, когда расходится, правильно? Будет расходиться при показателе степени меньше либо равном единице. Поэтому я могу сделать вывод вот из этих вот двух замечаний, что интеграл расходится при 2p минус 1 пополам, принадлежащим промежутку от 0 до 1. То есть если вот этот интеграл даст нам конечное число, а вот этот интеграл даст нам бесконечность, тогда понятно, что исходный интеграл тоже даст нам бесконечность, правда? Вот, значит, он будет расходящимся. А что он делает при остальных значениях p, мы отсюда вывести не можем. То есть если оба интеграла разойдутся,
как бы тут вопрос остается открытым, что будет тогда. Да? Итак, теперь, ну, собственно, на самом деле, нет, на самом деле можем сказать, что просто если у нас 2p минус 1 пополам отрицательно, то есть знаменатель отрицательный, да, то не выполнено необходимое условие сходимости, если он равен нулю тоже, да, не выполнено необходимое условие сходимости. Вот, поэтому, на самом деле, расходимость будет и при всех отрицательных значениях этой дроби тоже. Но это, на самом деле, нас сейчас не особо интересует. Смотрите, что у нас получается, если все это подытожить. Давайте я на отдельной странице запишу. Итак, итого. Мы можем сделать следующий вывод, что при R, стремящемся к нулю, ну то есть R стремится к нулю равносильно тому, что T стремится к нулю, у нас будет сходимость при P, принадлежащем, давайте напишем, значит, если T стремится к нулю, что мы писали? Сходится, когда 2P минус 3 пополам принадлежит 0,1. На 2 умножаем от 0 до 2, получается, 3 прибавляем, получается, от 3 до 5, правильно? От 3 до 5. На 2 делим, получаем от 3 вторых до 5 вторых. Значит, при P, принадлежащем от 3 вторых до 5 вторых, да? От 3 вторых до 5 вторых. Так, и расходится... Значит, при остальных значениях. Теперь случай, когда R стремится к бесконечности. Что у нас будет при R, стремящемся к бесконечности? При R, стремящемся к бесконечности, мы выяснили, что интеграл сходится при P, принадлежащем. Давайте посмотрим сюда. Значит, сходится. На 2 умножаем, единицу прибавляем. Получается 2P больше 3, да? То есть когда P больше 3 вторых. Значит, от 3 вторых до плюс бесконечности. И расходится, ну, мы выяснили не при всех P, но этого нам достаточно. При P, принадлежащем от 1 второй до 3 вторых, да, включая 3 вторых. От 1 второй до 3 вторых. Ну, впрочем, я уже сказал, да, что если P меньше либо равно 1 второй, то у нас просто необходимое условие сходимости вот для интеграла к этой функции не выполнено. Поэтому мы здесь тоже можем присоединить этот кусок и сказать, что от минус бесконечности, да, на самом деле до единицы, он будет расходиться. Итак, теперь давайте выясним, что у нас будет окончательно. Сходимость. Смотрите. Чтобы интеграл сходился, у нас должно сходиться оба куска, да? И то, что в окрестности нуля, и то, что в окрестности бесконечности. Поэтому здесь мы берем пересечение. Но, правда, я напрасно нарисовал числовую прямую, поскольку тут и так все понятно. Вот у нас есть точка 3 вторых, у нас есть точка 5 вторых, и вот на этом промежутке наш интеграл будет сходящимся. Что касается расходимости. А вот чтобы выяснить, когда он расходится, мы должны взять объединение. То есть, чтобы интеграл расходился, нам нужно, чтобы хотя бы в одном месте он разошелся, понимаете? Либо в нуле, либо на бесконечности. Но, может быть, там и там сразу, да? Но хотя бы в одном месте, чтобы разошелся, и тогда интеграл будет расходящимся. Вот, поэтому у нас получается что? До 3 вторых включая, от 5 вторых включая, раз промежуток, два промежуток. Ну, еще маленький кусочек от 1 второй до 3 вторых добавляется, но он уже роли никакой не играет, потому что у нас все равно этот промежуток уже учтен. Вот. Поэтому окончательно мы делаем вывод, что наш интеграл сходится на промежутке от 3 вторых до 5 вторых и расходится при P, не принадлежащем этому промежутку. То есть на всем дополнении этого промежутка наш интеграл будет расходящимся. Так, есть ли вопросы по этой задаче? Да,
Почему у нас вообще может быть R стремится к нулю, а и R стремится к бесконечности? Разве не к одному стремится? Не R, да, T, точнее. Еще раз, что может быть всегда? Почему T у нас стремится и к нулю, и к бесконечности? Мы два варианта рассматриваем. Ну, потому что у нас интеграл, вы помните, как устроен? Он берется от единицы на n до n. То есть вот здесь мы изучаем поведение под интегральной функцией в окрестности нуля, понимаете, чтобы выяснить сходимость в нуле. А здесь, получается, нам нужно изучать поведение под интегральной функцией в окрестности бесконечности, чтобы выяснить сходимость этого интеграла на бесконечность. Ага. И потом пересечение, это только пересечение нам выдает, да? Да, то есть, чтобы интеграл сходился, нужно, чтобы он сходился и там, и там. Соответственно, расходится он тогда, когда он расходится хотя бы в одном месте. Ладно, я понял, спасибо. Угу. Так, следующий пример, третий. Вот такой интеграл двойной по множеству d в числителе x куб минус y куб разделить на x в пятой плюс y в пятой dx dy, где множество d задана система неравенств. X больше либо равно нуля, Y больше либо равно нуля, и X плюс Y больше либо равно одного. Ну, то есть наше множество D, это, во-первых, мы находимся в первой координатной четверти, а во-вторых, у нас есть прямая X плюс Y равно одному, и нам нужно взять все то, что лежит в первой четверти и над этой прямой. Да, вот. Получается наше множество D. Далее. Давайте посмотрим на наш интеграл. Подинтегральная функция всюду ограничена и непрерывна, кроме тех точек, где знаменатель обращается в ноль. А знаменатель обращается в ноль тогда, когда x плюс y равен нулю. Правильно? То есть мы должны сделать вывод, что x плюс y не должен быть равен нулю. Но в самом деле в нашей области D x плюс y не будет равен нулю. X плюс y отделено от нуля. X плюс y начинается с единицы, да, больше либо равно единицы. Вот, поэтому с подинтегральной функцией на множестве D все хорошо. А плохо другое. А плоха сама область D. Она не ограничена. Поэтому нам нужно сделать ее ограниченной. Нам нужно ее ограничить. А каким образом мы ее ограничим? Зависит от того, в каких координатах, как мы будем вычислять наш интеграл. Да? То есть мы сразу можем сказать, что этот интеграл от знака переменной функции будет вести себя так же, как соответствующий интеграл от ее модуля. А для интеграла от модуля все равно, да, какое брать исчерпание. А поэтому возьмем то исчерпание, которое нам будет удобно с точки зрения вычисления, с точки зрения тех переменных, в которых мы будем этот интеграл считать. А считать мы его будем в полярных координатах. Смотрите, в чем мотивация этого, да, почему полярные координаты? Потому что нам нужно посмотреть, насколько быстро стремится к нулю, ну, быстро и, скажем так, равномерно по разным направлениям стремится к нулю наша функция, когда мы уходим от начала координат. У нас же бесконечная область, правильно? Вот из-за того, что она бесконечная, этот вопрос играет существенную роль. Насколько быстро подинтегральная функция стремится к нулю. Ну, из общих соображений видно, что она стремится к нулю, потому что в знаменателе пятой степени, в числителе третьей, да? Вот, но чтобы это точно поймать, удобно ввести полярные координаты. То есть вот введем полярные координаты. Тогда удобно в качестве границы взять окружность.
То есть это будет x квадрат плюс y квадрат равно, скажем, n квадрат, да, чтобы было удобно корень извлечь. И у нас получается такая область dn-ная получается как пересечение d с кругом радиуса n. Значит, мы запишем, что этот интеграл равен пределу интегралов по dn-ному. Ну, от всего того же самого. А интеграл по dn-ному мы преобразуем в интеграл по нашей области, соответствующей в полярных координатах. Давайте посмотрим вот на эту границу, если с y равно единице. У меня вопрос. Мы просто как-то ограничиваем каким-то m, стремящимся к бесконечности? Предел при n, стремящемся к бесконечности, да, и что? Ну да, но вот такой другой ограничиваем, это нормально? Что, извините, Димит? Ну мы ограничиваем, вот нарисовали дугу на графике, да. Это мы так ограничиваем? До этого интегрируем, да? Это область интегрирования, это dn-ная. Это получилось dn-ная. D – это неограниченная область исходная, а вот эта граница добавили, получили dn-ную. Понял, хорошо. Спасибо. Угу. Так, значит, соответствующую область gn-ную на плоскости полярных координат. Давайте выясним, как она выглядит. Понятно, что угол фи у нас будет пробегать от нуля до пи пополам, а r, расстояние, будет больше либо равно нуля, с одной стороны, да? А, нет, с одной стороны, сейчас. С одной стороны, оно будет меньше либо равно n. А вот чего оно больше либо равно, нам сейчас нужно еще подумать. Значит, меньше либо равно n, потому что вот у нас граница верхняя. А вот ограничение снизу на r, то есть мы ведь будем проходить, получается, по всевозможным вот таким лучам, да? Вот у нас первая точка пересечения, вот последняя. Вот у нас первая точка пересечения, вот последняя. То есть нам нужно понять, чего r больше, да, то есть подставив вот сюда вот полярные координаты. Ну, давайте подставим, поймем. Значит, получается r на косинус фи плюс синус фи равно единице. Соответственно, получается, что r будет больше либо равно, чем единица разделить на косинус фи плюс синус фи. Вот такая получается у нас неудобная граница по R. Я как-то не очень понял, как мы границу по R построили. Что именно не очень поняли? Вот у нас есть уравнение границы. Да. А вот зачем вы приводили начало координат прямой? Потому что я показывал, как R отсчитывается. R отсчитывается, получается, от вот этого значения до вот этого значения. То есть R меньше либо равно N, мы это записали, и R больше либо равно того значения, которое оно имеет вот на этой прямой. А на этой прямой оно имеет вот такое значение. Понял, спасибо. Угу. Так, значит, у нас получается область, в общем-то, не очень удобная с точки зрения полярных координат, потому что она получается... gn получается не прямоугольная. Так вот, давайте мы сделаем так, чтобы gn стала прямоугольником. Давайте мы рассмотрим здесь еще две окружности. Одну проведем вот так. Сейчас давайте я сначала подотру тут лишнее. Демид был абсолютно прав, что эти лучи не нужны. Вот. Возьмем две окружности. Одну вот так вот проведем, то есть она касается внутренним образом, да, вот этой вот границы. А другую проведем так, чтобы здесь получилось вписанный треугольник. Вот так. То есть вот эта окружность будет иметь уравнение x квадрат плюс y квадрат равно единице. А вот эта маленькая окружность
будет иметь уравнение x квадрат плюс y квадрат равно... Так, и давайте подумаем, чему оно там равно будет. Вот эта точка, которая посерединке лежит, точка с координатами 1, 2, 1, 2, верно? Она принадлежит окружности. Поэтому получается 1 четвертая плюс 1 четвертая, то есть 1 вторая. То есть вот уравнение этой внутренней окружности. И мы скажем, что интеграл по множеству dn, он находится в пределах от, значит, он с одной стороны меньше, чем интеграл по большему множеству, и с другой стороны больше, чем интеграл по меньшему множеству. У нас же функция не отрицательная, понимаете? В силу свойства монотонности интеграла. Так, в каком порядке? Ну, давайте так, для начала вот что. Значит, этот интеграл будет равен, ну, предел я вынужден переписывать, интегралу по множеству gn. Подставляю сюда все. Значит, будет r в кубе на модуль косинус в кубе фи минус синус в кубе фи разделить на r в пятой на модуль, на скобку просто, косинус в пятой фи плюс синус в пятой фи. Далее, элемент площади dx, dy преобразуется в r, dr, dφ. Ну а теперь мы скажем, что интеграл по множеству gn, то есть интеграл по вот этой заштрихованной фигуре, которую мы имеем изначально, да, он заключен в пределах. Значит, смотрите, интеграл по gn, ну, от подинтегральной функции, он, с одной стороны, меньше либо равен, чем интеграл по gn штрих, а с другой стороны, больше либо равен, чем интеграл по gn 2 штриха. Ну, а теперь давайте напишем, что такое gn штрих и gn 2 штриха. gn штрих. gn штрих. Это множество... Так, значит, это что? Это верхняя граница интеграла. Верхняя граница интеграла – это значит, что мы должны брать большее множество. Это значит, что у нас вот должна быть вот эта внутренняя окружность. Да? То есть здесь получается, что фи от 0 до пи пополам. Собственно, фи у нас одинаково везде. А r от единицы на корень из двух получается, да, до n. А множество gn два штриха будет выглядеть так. Фи – это по-прежнему от 0 до пи на 2. А r теперь уже от единицы до n. То есть в одном случае окружность берется внутри, а в другом случае окружность берется снаружи. С тем, чтобы получить два множества. Да, вот у меня есть внутреннее множество и есть наружное множество. То есть наш интеграл, который мы хотим оценить, с одной стороны меньше вот этого интеграла, с другой стороны больше вот этого интеграла. Но понятно, что поскольку n у меня есть только как в верхнем пределе, да, то получается, что тут на самом деле не зависит, они одинаково будут себя вести и верхняя граница, и нижняя граница. То есть на самом деле интеграл по gn штрих и интеграл по gn 2 штриха ведут себя одинаково. Ведут себя одинаково из-за того, что различие между ними только вот в этой нижней границе для r. Да, от n зависимости нету. Так, ну что ж, ну давайте рассмотрим вот этот интеграл по gn штрих, например. Значит, у нас получается двойной интеграл по множеству gn штрих от, давайте поймем, что там у нас будет, единица на r в знаменателе останется, да? Единица на r умножить на разность кубов. Здесь сумма пятых степеней. Умножить на dr dφ. dr dφ.
Вот таким образом, да, у нас R сократилось, R в кубе сократилось. Вот что осталось. Теперь давайте запишем этот интеграл в виде повторного. Ну, например, снаружи напишем интеграл по переменной φ. Дφ будет от 0 до π на 2, да? А внутри напишем интеграл по переменной r в пределах от единицы до n. А, нет, это единица на корень из 2 до n. Но вот этот интеграл равен какому-то числу, он не зависит от n, там проблемы нету. Чему он равен, нам не важно, да, потому что нам нужно только выяснить, сходится или расходится. А вот этот интеграл будет расходиться. Он будет стремиться к бесконечности. Причем понятно, что неважно, будет ли здесь интегрирование вестись от единицы на корень из двух, как на множестве gn', либо единицы на множестве gn 2 штриха. То есть мы на самом деле сейчас стали про gn', но выяснили одновременно про оба интеграла. Да? Оба интеграла будут расходящимися. Отсюда следует, что исходный интеграл расходится. Исходный интеграл будет тоже расходящимся. Вопрос. Давайте. А почему же располагается между этими двумя? Мы показали, конечно, что R у нас. Ну, смотрите, у него картинку. Площадь больше, смотрите, а то уменьше. Смотрите картинку. Одна вторая? X. Ага. Это что у нас? X квадрат плюс Y квадрат, одна вторая. Это откуда? Это уравнение окружности. Откуда оно взялось-то вообще? Я что-то промаркал по всей имени. Вот видите, тут окружность проведена? Да. Вот она. Это когда у нас пересекается с этим, с этой... Да, касательная. Ага. Вот, хорошо. Вот вторая окружность. Вот, и это, соответственно, ее уравнение, да? Хорошо, понятно, спасибо. И хотел еще спросить, переверните страницу, пожалуйста. Почему у нас ведут из себя одинаково G' и G2'? Ну, вот это можно, на самом деле, вот здесь в конце увидеть. Да? Может быть, я там несколько преждевременно начал об этом говорить. Давайте посмотрим на вот эту окончательную выкладку. Что мы здесь видим? Мы видим, что все определяется поведением вот этого интеграла по R. Он в одном случае будет в пределах от единицы на корень из 2 до n, а в другом случае он будет в пределах от единицы до n. Но понятно, что на сходимость это никак не повлияет, правда? Да. Так, значит, исходный интеграл будет расходящимся. Хорошо. Ну и еще, да, нужно, наверное, сказать. Значит, мы что с вами сейчас сделали? Мы выяснили, что расходится интеграл от модуля. Но мы знаем, что если расходится интеграл от модуля, то расходится и интеграл от исходной функции. То есть интеграл от модуля, интеграл от исходной функции в случае несобственного кратного интеграла ведут себя одинаково. Ну и я хотел рассмотреть еще один пример, но времени на то, чтобы его рассмотреть полноценно, у меня нету, но я хотя бы начну его рассматривать. Номер 4. Вот такой. Тройной интеграл x минус y разделить на z в кубе, взятый по множеству d, dx, dy, dz, где множество d задано следующим образом. X квадрат плюс y квадрат меньше либо равно, чем z минус 1. То есть для наглядности давайте это изобразим.
Получается вот такая вот ситуация. Вот у нас есть параболоид вращения. Z равно единица плюс x квадрат плюс y квадрат. И это получается нижняя граница для нашей области D. То есть область D – это все, что внутри вот этого параболоида. Все, что внутри него. То есть мы интегрируем по внутренней части параболоида вот такую вот функцию. Значит, ну здесь единица, да, у параболоида. Понятно, что поскольку z больше единицы, больше либо равно единице на нашем множестве d, то проблема тут не в функции. То есть функция хорошая, ограниченная, непрерывная, а значит и интегрируемая. А проблема в самом множестве. Проблема в самом множестве. Проблема в том, что множество не ограничено. Поэтому давайте введем ограничение. Но, как я уже говорил, ограничение всегда связано с тем, как мы будем вычислять интеграл. То есть понятно, что в данном случае мы, наверное, воспользуемся какой-то заменой. Вот ограничение связано с нашей заменой, с переходом к другим координатам, да, чтобы нам было удобнее считать интеграл. То есть, поскольку у нас в интеграле, но не в интеграле, а в форме области, есть осевая симметрия, то имеет смысл перейти к цилиндрическим координатам. Перейдем к цилиндрическим координатам. Перейдем к цилиндрическим координатам. Ну и тогда становится понятно, что в качестве ограничения, да, напрашивается вот такая плоскость. Напрашивается взять плоскость z равно n в качестве ограничения. То есть множество dn это будет пересечение множества d с множеством точек x, y, z, у которых z меньше либо равно n. Вот такое будет исчерпание для множества d. Ну а теперь давайте вернемся к нашему интегралу и попробуем для него что-нибудь написать. Ну, во-первых, мы заметим, что функция знакопеременная за счет того, что у нас разность x минус y, да, она знакопеременная. Значит, мы напишем, что интеграл от знакопеременной функции ведет себя так же, как интеграл от модуля ее, от знака постоянной функции вот такой. А этот интеграл мы будем вычислять как предел с помощью вот такого исчерпания. Ну а технически мы это сделаем, перейдя к цилиндрическим координатам. Перейдем к цилиндрическим координатам. То есть у нас получится равно предел тройного интеграла по соответствующей области в пространстве цилиндрических координат. Ну и здесь будет что? R можно за скобки вынести, останется модуль косинус фи минус синус фи. Фи, да, правильно. Разделить на z в кубе. Дальше элемент объема dx, dy, dz преобразуется в r, dr, dφ, dz. Вот так давайте я проведу линию еще. Вот. Теперь давайте сведем этот интеграл. Будем сводить этот интеграл к повторному. Для этого нам нужно выяснить. Да, я преждевременно провел эту линию, потому что у меня сейчас туда что-то добавится. Надо выяснить, в каких пределах меняется z и r. Ну, собственно, z, наверное, уже понятно. Z меняется от вот этой, от нижней границы, каковой является поверхность параболоида, до вот этой плоскости z равно n. Это пределы изменения z. Теперь давайте выясним, в каких пределах будет меняться r, потому что понятно, что r тоже не будет меняться до бесконечности.
Для этого мы должны что сделать? Мы должны решить вот такое уравнение. Единица плюс r квадрат равно n, правильно? То есть граница по r устроена таким образом, что на ней параболоид пересекается с вот этой плоскостью. Да? То есть эта граница, она берется вот из пересечения параболоида с плоскостью. Вот та окружность, по которой происходит пересечение, будет как раз иметь наибольший возможный радиус r. Значит, отсюда получается, что r равно корень из n минус 1. Это есть наибольшее значение r. Вот, поэтому интеграл, вот теперь я могу уже провести линию, отделив одно от другого. Значит, можно написать равно предел и записать этот интеграл в виде повторного интеграла. Ну, пусть у меня снаружи будет интеграл по фи, все равно у меня от фи там ничего не зависит. Значит, от нуля до 2π от модуля вот этой разности. Далее будет интеграл по переменной r. Значит, у меня что тут есть? R квадрат, да? R квадрат dr. По переменной r я буду интегрировать от нуля до корня из n минус единица. И внутри будет интеграл по переменной z. Значит, интеграл dz делить на z в кубе в пределах от единица плюс r квадрат до n. Теперь давайте этот интеграл вычислять. С одной стороны, поскольку от фи у нас зависимости нету, мы можем сказать, что вот этот интеграл по фи, да, это просто какое-то число. Какое-то положительное число. Сейчас, а почему не просто от 1 до n? Потому что z, нижняя граница изменения z зависит от координат xy, видите? У нас снизу область интегрирования ограничена параболоидом. Понимаете? Или вы хотите сказать, что это все равно не повлияет? То есть мы можем взять большую область, да, и написать, что наш интеграл будет меньше либо равен, чем интеграл по большей области. Ну, наверное, можно было бы так сделать, но заранее нет уверенности, что это не повлияет. Поэтому давайте будем действовать осторожнее. Вот, значит, вот такие вот пределы интегрирования. Это число А, неважно, чему оно равно, суть вот в этих вот двух интегралах. Давайте начнем их вычислять. Множитель А выносится. Предел при n, стремящемся к бесконечности. Интеграл по переменной r от нуля до корень из n минус 1. R квадрат dr. Дальше интеграл по переменной z посчитаем. То есть это z в минус 2 делить на минус 2. И в подстановке от единицы плюс r квадрат до n. Когда мы подставим пределы интегрирования, у нас получится, значит, 1/2 я оттуда вынесу, а пополам умножить предел. Интеграл от нуля до корня из n минус 1 r в квадрате умножить на скобку. Теперь вот сюда выполняю постановку пределов. Получается минус единица делить на n квадрат плюс единица делить на единица плюс r квадрат в квадрате. dr. Так, ну а теперь посчитаем оставшийся интеграл. Да, ну, можно его по отдельности исследовать. Значит, первое слагаемое. А вот такое у нас, правильно, первое слагаемое? Это будет 1 делить на 3n в квадрате умножить на r в кубе в подстановке. Значит, получается n минус 1 в степени 3/2, правильно?
Вот. И это стремится к нулю при n, стремящемся к бесконечности. Второе слагаемое. Второе слагаемое имеет вот такой вид. Вот, и поскольку при r, стремящемся к бесконечности, асимптотика под интегральной функции какая будет? Это r квадрат разделить на r в четвертой, то есть это 1 разделить на r квадрат, то получается, что наш интеграл ведет себя как интеграл dr разделить на r квадрат. Но ясно, что речь идет об окрестности бесконечности, потому что в нуле все в порядке, да, в нуле он сходится. Вот речь идет о том, что там будет на бесконечности происходить. То есть сходится, да? Вот. Значит, отсюда следует, что сходится и наш исходный тройной интеграл. Вопросы, пожалуйста, если есть. Так, вопросов нет, поэтому я позволю себе еще сказать одну мысль насчет того, как его вычислить. Значит, как мы можем его вычислить? Ну, вычислять мы должны интеграл без модуля, да, это понятно. Вычислять мы должны интеграл без модуля. Если тут нету модуля, то все получается очень легко. Смотрите, тогда вот здесь вот получается нету модуля, да, косинус фи минус синус фи в пределах от 0 до 2 пи. Мы помним, что интеграл от косинуса в пределах от 0 до 2 пи – это 0. Интеграл от синуса в пределах от 0 до 2π – это тоже 0. Поэтому интеграл будет равен нулю. Интеграл будет равен нулю. То есть не интеграл от модуля, понимаете, а исходный интеграл. То есть интеграл от модуля нам нужен был только за тем, чтобы исследовать интеграл на сходимость. А исследовав его на сходимость, мы можем вычислять его как угодно. Да? Вот получается, что он будет равен нулю. Так. Можно даже не вычисляя практически сказать, что он равен нулю. Смотрите еще вот на что можно посмотреть. У нас область интегрирования симметрична относительно плоскости x равно y, правда? Область интегрирования симметрична относительно плоскости x равно y. А исходная функция меняет знак при замене x на y. То есть просто буквы поменяем, да, y на x, x на y. У нас область интегрирования такая же, а подинтегральная функция знак поменяла. Значит, что? Значит, интеграл может быть только равен нулю, потому что в силу симметрии области интегрирования при такой замене я должен получать интеграл такой же величины. Да? То есть, но получается, что он знак меняет из-за того, что функция знак меняет. Значит, он может быть только равен нулю. То есть у меня получается, что это число, оно должно при изменении знака, при смене знака быть равным как бы самому себе. Да? То есть таким свойством обладает только число 0. Ну или если кому такие рассуждения не нравятся, то вот можно через угол рассуждать. Так, ну в общем, на этом мы тогда заканчиваем. Всего хорошего, до свидания. В понедельник консультация. До свидания.